домашние задания в поход, чтобы найти кремень, известняк и гранит. Девочки и мальчики, я сегодня нашла мегалодона. Это такая древняя акула. И она выглядит вот так вот, прям как это. Вот это у нее плавник. Вот это у нее глазик. Вот, смотрите. Вот он. А вот это она что-то кушает, ткань такой. А вот это у нее пасть такая. А вот это вот, смотрите, это жаба. Угадайте. Это, конечно, рыба, да. Ну вот. Они, оказывается, вот на мегалодоне и на всех акулах. У них зубки маленькие, и они покоятные. Вы думаете, это живот? Нет, это известняк такой просто круглый. Вот это какой-то камень. Я не знаю, как он называется, но это какой-то камень. Интересный такой. Он пахнет нефтью. Это странно, почему? Смотрите, если побить кремний об кремний, например, вот так, камень об камень, я не могу это кремний найти. Он пахнет курицей. Вот. Менделеева кремний называется силицу. Да. А я могу вам сказать силицу песка формула. Силицу МО2. Вот, смотрите. Мы сейчас не учим таблицу Менделеева. Это на следующем блоге. Я нашла гранит. Он самый плотный. Он используется в строительстве. Вот он. Ой, а я вам что-то забыла рассказать про кремний. Вот. А вы знаете, что из кремния древние люди делали наконечники для стрел? Я, конечно, не могу вам сделать. Вот, смотрите. Делали наконечники вот так вот. Вот так. Делали камень об камень, например, вот так. И делали такие острые наконечники. Вот так вот. Потом привязывали к палке какой-нибудь. И так охотились на мамонтов. Поняли? Итак, это на самом деле мел кальций целотый. Пока!